неожиданный результат для многих, что не получилось сегодня, что уже успели обсудить. Ты еще ничего не обсуждали. Первое, что, на мой взгляд, как будто не готовы, я не знаю. Может быть, ну, отдохнули эти три дня. И ну, плохо, наверное, подготовились к игре. Сели ноги уже в первом тайме. Ну, для нас это нормально, поработаем над этим, и в чемпионате все будет хорошо, думаю. Ну, наверное, стоит воспринимать эту игру как очередную тренировку, да, не более того. Ну, не знаю, дурка сказать. Вообще, каждая игра — это уже настраиваться на победу, но сегодня не получилось это сделать. Поговорим о более приятных вещах. Ты сегодня вышел с капитанской повязкой. Как ты узнал, что ты будешь капитаном, когда и как к этому относишься? Вчера список вывесили, ну, прислали, то есть, нам WhatsApp. Список, кто едет на игру, и там нам было написано, что я капитан. Удивился? Удивился, да, очень. Ну, рад, но ничего в этом такого нет, я считаю. Спасибо. Молодец.